Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учения Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога!» Развратились они и совершили гнусное преступление. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.